Шалом, дорогие друзья! Мы закончили в прошлый раз разбирать вторую книгу, вторую главу книги Откровений. И сегодня мы начинаем с третьей главы. Вначале я хочу зачитать что-то из 22 главы. В конце Иоанн говорит такие слова. Я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей, если кто приложит что к ним, или на того Бог наложит язвы, о которых написано в книге сей, если кто отнимет, от того отнимет Бог участие в книге жизни, в Святом Граде, в том, что написано в книге сей. Подобные слова мы читаем в конце Туры. То есть мы видим из этих слов, что Иоанн отдает очень важный респект книги Откровения, то, что он получил от Господа. И меня именно вот эти слова побуждают читать эту книгу, но дальше, прежде чем я буду разбирать, хочу сказать, несмотря на то, что он дает нам вот эти слова, мы все-таки должны воспринимать книгу Откровения как нечто аллегорическое, пророчество, очень сложно истолковывать пророчество, прежде чем оно сбылось. Так, по крайней мере, говорит апостол Петр. То есть, когда оно сбывается, мы можем вспомнить в своем мозгу, прочитать в книгах, как это делал Петр, или как это делал Даниэль, пророк, исследовать и сказать, а, это уже закон, это, это совершилось. И тогда мы можем какие-то вещи увидеть ассоциативно в том, что написано в священных писаниях. Книга Откровения именно такая. Какие-то вещи, возможно, Частично произошли, и мы можем их видеть. Но очень много там аллегорий. Но язык книги Откровения ⁇ это язык для нашей души. Не совсем для нашего мозга. Больше для нашей души, чтобы внутри нас рождались важные предчувствия, ожидания, но ни в коем случае не страх, не паранойя. Книга Откровений ⁇ это не есть лист распоряжений 1, 2, 3, 4, 5. Это больше как бы... Внешнее, ассоциативное. И мы должны всегда это помнить, когда читаем, особенно когда читаем какие-то очень сложные вещи. Еще одну вещь, которую мы должны помнить, когда мы читаем книгу Откровения вспоминать книгу Исход. Мы помним, что такое было в книге Исход. Народ израильский был в рабстве в Египте, и силою Господа через лидерство Моисея и Аарона народ Израиля уходит из Египта, проходит пустыню и так далее. Книга откровений, она в определенной мере нечто подобное, только здесь Творец использует своего сына Иешуа и своих людей Кигилата, машиях, Тела Мессии, тех, которые на земле имеют не только откровение Торы, но и откровение Сына Божьего, чтобы на эту землю пролить свет и чтобы произвести общее избавление. Если там народ избав... израильский избавлялся от власти Египта, про образа мира сего, то книга Откровений больше работает с таким концептом, как Вавилон. Все время здесь сидящая на звере, блудница, Вавилон, матерь всех блудников. Вавилон это как бы такой конгломерат, слитие вещей человеческого греха, какой-то демонической активности, какой-то ецера, все очень сложно понять, но это что-то, что стоит против Господа Бога, и это то, что поработило людей, и Господь показывает, как Он избавляет людей через всякие внешние потрясения, казни, печати, через трубный зов, через какие-то беды, которые наваливаются, и вынуждают Вавилон сокрушиться, освободив детей Божьих на свободу. Важно эту штуку помнить. Еще одна вещь, которая она очень видна, особенно во второй и третьей главе книги Откровения, когда Иешуа говорит своим подопечным, то есть общинам. В данном случае это семь общин, мы уже говорили, я лично верю, что это не про периоды временные говорится, а конкретно общины, но здесь мы можем Э, прочитать стандартные вещи, которые часто порабощают э, обычные общины. И здесь вот в этих семи кигелотах, семи церквях, семи общинах, которым Господь говорит, Он подчеркивает несколько очень однотипных вещей в той или другой пропорции. Охлаждение любви, потеря любви, потеря переживание с Богом, искушение мирскими вещами, блуд, власть. И каждый из общин Господь дает своеобразное лечение, усиливая как бы как, как, как врач. Одному больному того немножко больше, другому больному того немножко больше. А этому немножко диеты, а этому немножко лекарств, а этому немножко травку попить, а этому немножко больше провести время в посте. И это мы видим вот как раз в 2-3 главе. Какие лекарства? Искать Господа Бога. Это актуально было для них тогда, для нас сегодня. Не просто читать Писание и не просто молиться в одном направлении, как молится большинство верующих, к сожалению. Писание использует одно интересное слово. Его на иврите произносят как «лехагот» или «лагия» – «прийти», «приходить», «идти по пути». И в первой главе или в первом псалме там сказано, блажен человек, который, легагот использует это слово, размышляет о слове день и ночь. Если мы переводим эти слова с иврита, то смысл, который там дается, размышляет, то есть мидбонен, размышляет, вникая, что-то похожее на медитацию. Просто медитация в устах верующих звучит как принадлежность там, йогов, индуистов, оккультистов. Но на самом деле в Библии присутствует момент медитации. И там даже в этом псалме указано днем и ночью или с иврита утром и вечером. И это как бы дает настрой, когда человек проникается ощущением, когда он сосредотачивается на Творце, когда его вера становится не только механическим инструментом показать, что вот я один верующий человек, но когда у него внутри вырабатывается чувство связи с Господом Богом. Уровень, когда ты хочешь его, не для того, чтобы чего-то получить или чего-то отдать, чего-то заслужить или к чему-то подойти большему, а просто я хочу его. Я хочу его. Вот этот момент очень напоминает э, связь между мужчиной и женщиной, между женихом и невестой, когда горит любовь и мне не надо многого. Мне просто приятно быть рядом. Легогод. Это то, что включает жизнь внутри нас. Это значительно больше, чем механическое чтение Библии и молитва в, в одну сторону. То есть, на самом деле, это то, что я вижу как бы между строк в советах Господа, верующим в этих семи общинах. Возгревайте свою любовь, сосредотачьтесь присутствуйте со мною, почувствуйте меня. Э, другими словами, в Евангелиях еще говорит, зайдите в свою комнату, закройтесь. И, разумеется, читайте слово, исполняйте его мицвод, повеление, делайте добрые дела, являйте из себя стандарт Божьих отношений. И тогда вы будете внутри получать исправление, когда надо, Дух Святой вас обличит. Важным действием является из того, что Господь говорит тогда семи церквам, и то, что Он сегодня говорит также, быть вместе, быть в поместной общине. И в данном случае есть сегодня очень много людей, которые хотят быть общиной в виртуальном мире. Но есть всегда э, такая поговорка, что виртуальный пастор за тебя помолится только виртуально. На самом деле община это место, где... Сливаются, дружи, дружат люди, где, где один может нести нужды другого, там, где есть какая-то забота об одном другом. И это часть, которая призывает нас, э, священное писание. Ну и разумеется, и следите своим сердцем. И когда ты видишь, что в него начинает вкрадываться блуд, или нечистота какая-то, или какой-то другой горький корень, то нужно с этим делом чего-то делать. Тогда... Ты можешь стоять в святости. Сейчас я буду читать третью главу и еще какие-то вещи по пути комментировать. И ангел с церкви, общины напиши. Так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы твои дела были совершены передо мною. Но это то, вот, о чем я сейчас говорил. Иешуа, он как рентген видит ситуацию у людей, которые размягчились или которые отступили, для которых вера стала механическим действием. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же ты не будешь бодрствовать, я найду на тебя как вор, и ты не узнаешь, в который час я приду к тебе. Если ты не будешь бодрствовать, покайся, Хазарабы чува. Еврейский термин хазарабы чува – это не просто сказать, о, Господи, прости меня, вот я э, без попутал. Так многие любят говорить. Хазарабы чува или покаяние настоящее – это когда мы принимаем решение не делать чего-то, что противно Господу Богу. Для этого мы должны понимать Писание, для этого мы должны слышать наставления. И если наш внутренний самоанализ говорит нам, товарищ, ты пошел не той дорогой, то это место, когда нужно остановиться и пойти верным путем. Впрочем, еще говорит, у тебя в Сардисе, есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. И дальше такая фраза «побеждающий облечется в белые одежды, и не сглажу имени его из книги жизни, и исповедаю его имя пред отцом моим и пред ангелами его, имеющий ухо слышит, что дух говорит церквам». Побеждающий облечется в белые одежды. Что за одежды такие? Ну, мы можем фантазировать на эту тему бесконечно. Это знак признания, знак того, что человек обрел святость, знак, что он принят Господом, и Господь принимает, принимает его в свои обители. И по-другому мы можем по-разному по, воспринимать эти слова, но здесь как бы нам дается направление, иди правильным путем. Побеждающий облечется в белые одежды. Друзья, я желаю всем вам побеждать. Лучше побеждать. Иногда мы падаем, иногда спотыкаемся, иногда даже проигрываем. Но праведник падает и все равно встает. Уповайте на него, который говорит, что поможет нам. Я желаю вам ходить в победе и в белых одеждах. Победа – это скромность также, это не то, что напыщает нас. Будьте благословенны из Сиона. Мессианская община, Шавейцион, Оазис Медиа, Студия. Будьте с нами. До свидания. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasisdefismedia.tv